если говорить о том, что повлияло кардинально на жизнь человека, в данном случае, если мы обо мне говорим, то это на меня. Наверное, поездка в 91-м году в Лондон со школой мы ездили. То есть, когда после всех этих событий в августе, ну, еще так не очень понимал, не осознавал мой юношеский мозг, что такое произошло в стране, но тем не менее. Да, хлебнуть воздух из Хитроу аэропорта было, наверное, запоминающимся событием, которое нельзя сказать, что я потом начал активно учить язык, что-то такое. Но как увидев, как живут тогда там, стало понятно, как живут сейчас здесь. Ну, наверное, это было событие. Потом в 94-м году была поездка в Мадрид, в Испанию. Мы ездили тоже со школой по обмену, так сказать. Были такие программы. Вот. Ну, по сути дела, поступление в театральный вуз, наверное, такое ключевое, основополагающее событие моей театральной жизни, киношной. Вот. Да и, собственно говоря, и, наверное, приход в театр, в мастерская Петра Фоменко, который был в 91-м году, ой, в 2001-м, сразу после окончания института. И, соответственно, вот год назад, 13 декабря, будет годовщина, как меня там уже нет. Ну, тоже, наверное, веха, которая, как скажется, Бог знает, но, в общем, веха.